посреди реки Крка в Хорватии, там, где она становится шире и превращается в Висовацкое озеро, в национальном парке Крка на острове Висовац расположен одноименный францисканский монастырь, являющийся подлинным наследием хорватской культуры. Монахи-августинцы стали селиться на этом живописном островке еще в XIV веке, в XV их сменили францисканцы, основав здесь обители имени Матери Милосердной и при ней церковь Богородицы Висовацкой. Проходили эпохи, одно бурное событие сменяло другое, а монастырь на острове оставался надежным оплотом веры и духовности, мира и усердной молитвы. Висовац, конечно, был не столь надежно огражден от остального мира, как монастырский комплекс Метеоры, но и здесь, в этом уединенном тихом уголке, можно было отрешиться от суеты этого бренного мира. За те столетия, что существует обитель, его служители накопили богатую библиотеку литературы, включая первопечатные издания, рукописи, различные документы и фотографии. Здесь же находится немало ценностей церковного искусства, археологических находок. Монастырь Висовац традиционно пользуется популярностью у многочисленных паломников, которые прибывают сюда в поисках мира и спокойствия для своей души. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.